И сегодня Жарашид Тимризов провел встречу с руководителем Северокавказского филиала глав госэкспертизы России Гаиозом Макиевым. Руководитель республики подчеркнул, что при проведении экспертизы качества строительства капитальных сооружений не должно быть мелочей. Особенно, когда это касается жизненно важных объектов и зданий с массовым пребыванием людей. В ходе встречи было отмечено, что в последние годы в целях улучшения качества жизни граждан на территории абсолютно всех муниципальных городов и районов Карачаево-Черкесии построены сотни объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Сейчас эта работа продолжается. На подходе новые детские сады, несколько школ, объекты здравоохранения, спортивные комплексы. В этом году в республике начнется реконструкция и строительство 9 домов культуры. Большое внимание уделяется дорожному строительству и вопросам благоустройства городских и сельских поселений.